В Днепропетровской области за неделю произошло два масштабных пожара на мусорных полигонах. Спасатели уже несколько дней не могут ликвидировать возгорание на свалке возле Днепра. Огнем охвачены 1500 квадратных метров. Местные жители требуют закрыть свалки, а спасатели сетуют на нарушение правил пожарной безопасности на полигоне. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Пластик, стекло, бумага, строительный и бытовой мусор горят уже не один день. Столбы дыма поднимаются на десятки метров. Ветром его относит в сторону Новомосковска и Подгородного. Жители близлежащих домов задыхаются. От полигона до ближайшего строения рукой подать. 324 метра до меня. И вот это я живу так. Вот это 18 лет. Мы воюем и ничего не можем никак добиться. И мы вот это нюхаем, дышим. Ветер поворачивается, нам нечем дышать просто. У нас детей, улицы просто полно детей. Травят нас и все. К горящему мусору одна за другой едут машины спасателей. Уже вылили несколько десятков тонн воды. Однако справиться с пожаром не удается. Мусор продолжает тлеть. Прогары в мусоре, они могут достигать 20-30 метров. То есть мусор изнутри может тлеть и выделяется газ. Местные жители рассказывают, каждое лето, как только начинается жара, свалка горит. Экологическая не просто проблема, а катастрофа. После которой, ну не знаю, какие будут последствия. Просто сейчас люди, которые живут близлежащих вот населенного пункта, то есть Кулебовка, каждый второй начинает заболевать раковым заболеванием. В этот раз терпение людей лопнуло. Они не пропускают на полигон машины с отходами. Как оказалось, не у всех есть разрешительные документы. Бытовые отходы. 11 кубов. 11. Как часто сюда ездите? Где-то 3-4 ходки в день. Есть документы, только они в напарниках. Я ночью поменялся, а документы не взял. Люди требуют, чтобы на полигон приехал руководитель. Вместо него отдувается охранник. Говорит, на предприятии делают все, что могут. Здесь нет, еще не пересыпалось. А так пересыпается все, да. Но оно без смысла, мы видим, там тлеет. Девушка, в середине температура до 200 градусов. Как вы думаете, оно будет постоянно тлеть? Люди вызвали полицию, написали несколько заявлений о нарушении санитарных норм и противопожарной безопасности. Здесь руководство следствия, есть руководство райотдела, они будут принимать решения. Я сейчас не готов ничего сказать. Нарушение правил противопожарной безопасности здесь сразу заметны, говорят спасатели. ЧП на полигоне почти каждый год. Большинство из этих вымог стосовно пожарной безопасности, або заходов, которые бы обеспечивали пожарную безопасность, на этом полигоне не выполняются. Мается на увазе и отсутствие видеоспостережения. Из-за пренебрежения правилами безопасности произошел пожар и на мусорной свалке в Днепре, в результате чего огонь охватил более 1000 квадратных метров. На полигоне отсутствует видеонаблюдение, нет спецтехники, нормы складирования и хранения отходов нарушены. Но директор свалки уверен, мусор подожгли, дескать, хотят отобрать у него бизнес. Впрочем, истинные причины возгорания на полигонах будут устанавливать правоохранители. Андрей Кравец, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область.